Блять, никогда не подумал, что Россия будет стоять на передовых Украине. Россия, блядь. Россия. Вон хобот из Белгорода. А что за контора у вас? Русский выбор. Русский выбор. За кого он? Против кого? Против Путина. О, Россия, круто. Да. Скажи, пожалуйста, несколько слов, почему ты здесь сегодня? Потому что мы считаем, что участь России предопределена в Украине. Путин должен понимать, что ситуация политическая не в его пользу. Он должен сейчас сидеть и понимать, что здесь, в Киеве, его судьба предопределена. Он может пожертвовать Олимпиадой и не отдать Украину все равно. Олимпиада – это позор всей страны. Миллиарды отданы, и, скорее всего, уже на карманы, в марте на мы поймем, что в России это будет дефолт. Вот. Это геополитический демарш, который не увенчается успехом. Это позор России. Это почему россияне и надали поддерживают этот позор, когда Путин поддерживает вонючую урку Украины? Какие россияне? Лично для меня продолжается протест. Я был на Болотной, я был на Сахарово. Мы тоже, я с Зеленого фронта, с Харькова. Вот. Много были... россиян поддерживают для Путина, нас, а он поддерживает Туркогатину, который тянет в болото весь постсовковый пространство. Олигархический капитал. Путин не Россия, Россия не Путин. Да. Русские – это не Россия. В современном понимании. Ну, Россию тоже нельзя отдавать там Китаю, там еще кому-то. Не то, что ресурсы, земля. Вы должны понять, что русские – это не Россия. И не россияне я. И не, как ее называют, Рашкастан. Рашка. Да. Россияне я. РФ-я. Все, что все остальное. Русские здесь. Они там. Вот это по-братски. Да. Вот это по-братски. Вот это по-братски. Я понимаю. Спасибо, братва. Спасибо, ребятки. Это наш бутик. Фирмовый бутик. Для урок, блин. И еще бутик от насморка. Сейчас. О, сейчас. Настал. Ну-ка, давай отсюда! Щоб ми вже не могли туди потягнутися. Якщо можна, всі сюди. Цю організацію. Там ну може мені виступити. І вертаємося сюди зі зброєю. Вибивших. Майдану. Може позбавити. Обезбашених. Морожене в магазині купити. Кафе зброєю. Не вбити. Ну що, ви зараз... А що, хто ти такий, хто не дає?